выбирал актрису на роль, на озвучение по внешним признакам. Ольга Мацкевич озвучивала роль Холла в сериале вам известном. Что-нибудь скажешь в свое оправдание? Да что сказать в свое оправдание? Просто я помню тот звонок, который мне поступил с утра. Позвони, попробуйся. Причем до этого, за день буквально, ходила, думала, надо вот как-то мелькнуть так, чтобы меня заметили. Так. И вот как-то все сложилось на следующий же день. Да ты что? Мысли материальные. Признаю сейчас, правда, откровенно говорю, все пробы, которые мы сделали тогда, не понравились мне вообще в хлам. Ты думаешь, они мне понравились? Потом, когда переслушивали, ты помнишь, что это было. А ну мы же первые две серии практически переписали. Все практически переписали. Потому что она в ходе работы как-то у нас видоизменилась и уже пошла не туда. Ты перед этим смотрела сериал или мы уже меня начали с этим знакомиться? Мы посмотрели одну серию, одну, ты мне показал. И а все. Потом ты мне дал диски, я посмотрела дома прям с запоем, в ночь. И, по-моему, тебе позвонила и сказала, что да, я хочу, да, пожалуйста. Ты знаешь, как я нервничала? Я потом шла всю дорогу у тебя... А вдруг нет? А вдруг нет? Ну, хоть бы, ну, пожалуйста, пожалуйста. О, блин, а. Мне такое все техническое, так подойдет, не подойдет, это туда, это сюда, это туда. А тут судьба, тут люди волнуются. Елки, ребят, простите меня. Да пошел. Как-то не задумывался об этом. Нет, ну просто для меня это был первый опыт вообще, в принципе. Ах да, ты же еще и вообще... Я вообще никогда этим не занимался, поэтому... Вот. Поэтому мне, когда на меня надели наушники, этот экран, я читать не успеваю. Чем можно еще раз? Потом этих еще разов было сколько-то. Я помню, по 100 раз. Класс. То есть тебе понравилось? Ну, вообще здорово. Особенно по 100 раз когда-то. Как я об мягкие стены головой. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Болван! Прости. Прощаю. Ага. Но, Оль, ритм, все на бегу, все на бегу. И вот на этом добегу, внутри она сдержится. И вдруг вот здесь вот, ах, я хочу путешествовать только с тобой. Болван! Прощаю. Хорошо. Давай, поехали. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Болван! Прости. Прощаю. Может, прощай покороче? Нет, прощаю. Не злобно. Вот это вот. Балан! Прости, прощаю. Угу. Вот. И ах, я хочу путешествовать вообще! Вот в этом вот. Ну, нежненько так. Твою мать. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Балан! Ага, прощаю. Ага. Поехали. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Балан! Прости. Прощаю. Прощаю плохо. Да. Давай. Прощаю. Давай еще раз. Ах, я хочу путешествовать. Вот это. Прям вообще. Прям такая пипеточка. Да. Ах, я. Продыши. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Вообще прям такая. Еще раз, поехали. Ах, я хочу путешествовать только с тобой. Ага. Болван! Нет, много. Короче. Болван! Во! Прощаю. Прощаю. А прощаю уже не вкладывайся. Прощаю. Да, а прощаю уже так. Прощаю. Как плевок такой. Прощаю. Прощаю. Какие сцены любимые? Оскорбительные, конечно. Оскорбительные, да? Хамские. Хамские. Да нет, почему? Мне очень нравится сцена в этом. В катакомбах? Да, вот. Когда она первый раз в волчицу превращается, вот это вот, не смотри. Все. Я аж прям до сих пор иногда слушаю, мурашки все, просто. Да. Ну вот там вот, я там помню, что меня аж попёрло, я как давай там кидай. Ну последнее, конечно. Это когда ты подзатыльник получаешь от него, что ли, в самый последний? Ну вот еще до этого. А, вот это вот, когда... Про имя. Когда, кстати, этот бочоночек с персиками, да? Вот этот вот, да. Ну, я вообще, она разная, и вот в каких-то моментах, когда она такая... Особенно мне очень нравились моменты, когда рука на голове, это просто... Проникалась этой вот собаческой сущностью. Ну, так я же еще дома работала, я смотрела второй сезон, посмотрела.
всякие ОВА-серии, там много чего всякого начиталось, там про нее. А Вашку-то мы сыграли. Нет, которой нет в первом сезоне и которой нет во втором сезоне. Она какая-то вообще промежуточная. То есть они там встречаются втроем с этой Норой. А, все. Сидят в каком-то... Нет, до второго сезона мы еще не доехали. Где она надирается просто в хламину. Нет, до второго сезона мы еще не доехали. Ты второй смотрела? Да. Ну, молодец какая. Ну, там Лоуренсу не повезет. То есть его другой будет озвучивать? Ребят, я только одно вам это самое мне рассказали. Я специально второй сезон не смотрел, просто думаю, вот не буду. Вот если доведется, тогда посмотрю. Но мне сразу завесу приоткрыли. В конце второго сезона. У нас еще первый сезон, и он еще даже, кстати, еще и не закончен. Надо собираться там хвосты подбивать, переписывать кое-что. А что ты смеешься, с тобой тоже? Мы с Ольгой еще занимаемся тем последнее время, что еще вместе собираемся и монтируем, и сводим уже, хотел сказать, отснятый, озвученный материал. Несколько дней просто собирались и работали на сведении. Это правда. Это факт. Сие волшебство. Нет, это очень интересно, правда. Я немножко разбиралась в этом, а сейчас, когда вижу процесс, причем у тебя все это так быстро происходит, так-так-так-так. И все на места встало, и все так уже заиграло, запело. И это интересно изучить и вообще уметь так. Может быть, будет ассистент. Прям вместе там будем дальнейшее работать. Так что к тому времени, когда второй сезон начнется, мы, Вася, будем с тобой вот с ней вдвоем и тебя одного. Будем гнобить тебя. Карьеристка? Понятно. Ну, знаешь, что с ними делать? Глазки состроила и вперед. Ничего не строила. Сейчас, да все. Ты хоть бы состроила, я не вижу из-за этого тройного стекла.